Анализы на коронавирус у проживающих и сотрудников отеля «Аквамарин» дали отрицательные результаты. Об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил заместитель руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Роман Проскурнин. Сегодня мы физически забираем протоколы. С департаментом здравоохранения мы уже сконтактировали. Завтра будем выдавать соответствующие медицинские документы, связанные с их здоровьем. По словам Романа Проскурнина, 3 апреля в «Аквамарине» собрали 134 пробы. Тесты прошли люди, которые не входили в ближайший круг контактов лиц с подтвержденным диагнозом. Кроме того, по словам заместителя губернатора Севастополя Александра Кулагина, 4 горожан, у которых был диагностирован коронавирус, могут быть выписаны уже на этой неделе. Сейчас в городской инфекционной больнице ожидают окончательные результаты анализов.